Как правило, улицы названы в честь разных людей. Писателей и художников, поэтов и ученых, путешественников, космонавтов и даже знаменитых актеров. Но есть улицы, которые названы по храму, стоящему на них. Такова топонимика Варварки. Кто был заказчиком этого храма? И почему именно этой святой посвящен он? Где находился самый знаменитый в Москве экстравагантный трактир Лопашова, куда любили приходить иностранцы? Где появились первые копейные монеты в Москве? И в каких краях обитал самый знаменитый московский вор и одновременно сыщик 18 века Ванька Каин? Об этом мой следующий рассказ. Я наступаю осторожно на семихолме твои, и дай мне, если это можно, осколки прожитой любви. Ну а теперь самое время рассказать об этом храме, который дал название улице. Нынешнее здание храма, построенное в стиле классицизма, было возведено в конце 18-го, начале 19 века. А раньше здесь стояла другая, более старая церковь. Вероятно, вначале она была деревянной, затем в 1514 году ее заменили каменной. Никоновская летопись сообщает, до того же лета поставивши церковь кирпичную Варвару, святую великомученицу, Василий Бобр с братью свою Вепрем да Юшкою. Святая Варвара, мученица, пострадавшая в первые века христианства, почиталась как защитница от внезапной смерти. Заказчики строительства церкви не случайно пожелали, чтобы построенный на их средства храм был посвящен именно этой святой. Василий Бобр, Федор Вепрь, Юшка Воровихвост были купцами-сурожанами. Так на Руси называли богатых купцов, которые вели международную торговлю через город Суруш, нынешний город Судак. Огромный тогда порт в Крыму на побережье Черного моря. Когда-то Суруш был византийской колонией. В середине 14 века его захватили генуэзцы, построившие там знаменитую генуэзскую крепость. Суруш стоял на перекрестии важнейших торговых путей. Через него шли торговые караваны и на Русь, и в Западную Европу, и на Восток. Французский путешественник Гильом де Рубрук, побывавший в Суруже в 1253 году, писал: «Туда пристают все купцы, как едущие из Турции и желающие направиться в северные страны, так и едущие обратно из России и северных стран и желающие переправиться в Турцию. Одни привозят горностаев, белок и другие драгоценные меха, другие привозят ткани из хлопчатой бумаги, бумазею, шелковой материи и душистые корени». Корабли купцов-суражан, груженные богатыми товарами, совершали далекие путешествия, постоянно подвергаясь опасностям. Они рисковали быть потопленными, бурей или ограбленными морскими разбойниками, которых в то время было немало, и защита святой Варвары была им совершенно необходима. По всей вероятности, Василий Бобр, Федор Вепрь и Юшка Воровихвост входили в корпорацию купцов-суражан, так называемую «привилегированную сотню», и жили здесь, на Варварке, недалеко от Кремля. В конце 15-го, начале 16 века в Москве велось бурное строительство. В 1480 году произошло знаменитое стояние на Угре, которое положило конец татаро-монгольскому игу. И великий князь Иван Васильевич III, именовавший себя уже не только великим князем московским, но и государем всей Руси, начал отстраивать и украшать столицу своего ставшего теперь свободным государства. По его распоряжению в Москву приглашаются архитекторы-итальянцы, считавшиеся лучшими строителями в Европе. Это Аристотель Фиораванти, Марко Руффо, Пьетро Антонио Салари, Петрок Малый, Антонио Джилларди, Бон Фрязин, Оливис Фрязин Старый и Оливис Фрязин Новый и многие другие.
В это время по Москве строится 11 каменных церквей, которые во многом, как считают исследователи, определили типологию храмового строительства в XVI веке. Заказчики строительства храма святой великомученицы Варвары Василий Бобр, Федор Вепрь и Юшка Уровихвост поручают возведение церкви Алевизу Фрязино Новому. Он был уроженцем Милана и на родине носил имя Алоизио Ламберти де Монтаньяно. Самое известное произведение Алевиза Фрязино Нового – Архангельский собор в Кремле, но кроме него он выстроил 11 церквей на Посаде, в том числе и церковь святой Варвары на Варварке. Я не случайно иду в Высокопетровский монастырь, который расположен на пересечении улицы Петровки и Петровского бульвара 28. Он основан в начале XIV века святителем Петром, митрополитом Киевским и всея Руси, московским чудотворцем. Именно здесь, на территории монастыря, находится собор Петра Митрополита, построенный в начале XVI века тем же итальянцем Алевизом Фрязино Новым, который строил каменные храмы на Посаде. Собор Петра Митрополита – почти точная копия храма святой великомученицы Варвары на Варварке. Можно себе представить, как выглядела улица почти 300 лет, когда на ней стоял такой великолепный однокупольный храм. Главное отличие этих сооружений – количество так называемых лепестков в основании. Собор Петра имеет в плане октагон, а основание церкви святой Варвары представляет собой квадрат с выступающими полукружиями со всех четырех сторон, так называемый квадрифоли. Алевизовская церковь святой Варвары была небольшой, одноглавой, но изящной и гармоничной по пропорциям. Ее изображение есть на Петровом чертеже. Алевиз был искусным мастером и строил не только красиво, но и прочно. Почти 300 лет спустя, в конце 18 века, церковь на Варварке была по свидетельству очевидца вся в твердости, утварью придовольна. Богато украшенная, удобно расположенная церковь святой великомученицы Варвары стала сразу одной из самых популярных в Москве. Несомненно, свои первые молитвы здесь вознес великий князь Василий III. Церковь посещал и первый венчанный царь Иоанн Васильевич IV Грозный. Прихожанка храма была Варвара Ивановна Ховрина, супруга знаменитого боярина Никиты Романовича Захарина Юрьева, брата царицы Анастасии. Здесь, на Варварке, в 1552 году у них родился сын Федор, будущий патриарх Филарет. А в 1596 году внук Михаил, будущий царь. Часто бывала здесь Варвара Прозоровская, жена генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Молилась здесь и страстотерпица Варвара, любимая келейница Елизавета Федоровна. И много-много других женщин, которых объединило одно имя – святой Варвара. Некоторое время возле церкви святой великомученицы Варвары находился судебный приказ, откуда пошла поговорка «Идти к Варваре на расправу». Именно сюда приходили родственники тех заключенных и молились святой великомученице об избавлении их от этой участи. На старинных городских планах Варварки нарисован фундамент с необычным полукруглым основанием. Что это? Реставраторы 21 века при обследовании фундамента современного здания обнаружили останки храма 16 века. Так разрешилась загадка. Этот церковный подклет дошел до нас в первозданном виде. На этом основании была построена новая церковь Родиона Казакова. Каменная церковь, возведенная итальянским мастером, дожила до конца XVIII века.
Причиной, вызвавшей снос церкви, было желание московского митрополита Платона Левшина изменить ее облик. Владыка считал, что церковь имеет вид недостаточный и немало благолепию на таковом особливом месте не соответствующий. Нашлись богатые жертвователи, которые вызвались построить новую церковь. Это были купец первой гильдии Самгин и артиллерий-майор Барышников. Выбор этой церкви объяснялся тем, что их жены Елизавета Ивановна и Анна Ивановна счастливо исцелились от болезней по молитвам, обращенным к великомученице Варваре. Самгины были известными колокольными заводчиками, а Барышниковы – дворянами из богатых купцов. Ныне существующее здание церкви, возведенное на Алевизовском основании в 1796-1804 годах по проекту архитектора Родиона Родионовича Казакова, по праву считается шедевром классицизма. Родион Родионович Казаков был однофамилец и ученик Матфея Казакова. Он был ярким представителем московского классицизма. К сожалению, некоторые из возведенных им сооружений, в том числе грандиозная колокольня Андроникова монастыря, были снесены в советское время. Это нарядный центрический храм, увенчанный купольной ротондой и украшенный с юга и севера четырехколонными портиками Каримского ордена. С западной стороны высится стройная колокольня. Внутри церковь была очень торжественна. Современников впечатлял единый зал, перекрытый куполом с кессонами замечательного рисунка, создающими иллюзию дополнительного пространства за счет перспективных сокращений. Церковь поставлена на самом скосе холма, и благодаря резкому понижению рельефа цоколь здания кажется более мощным. Храм был освящен 26 июня 1804 года, в день празднования Тихвинской иконы Божией Матери, а в 1806 году расписан в технике темпера. Главной святыней нового храма, как и его предшественника, являлись серебряный ковчежец с частью мощей святой великомученицы Варвары, а также чудотворные иконы святой великомученицы Варвары и святителя Николая, чудотворца XVI века. После революции церковь была закрыта. Какое-то время в ней находился склад, потом различные учреждения. А в эпоху НЭПа в церкви открылась небольшая частная закусочная, которую острые на язык москвичи прозвали «автобус дяди Васи». В 1970-х годах здание церкви вместе с расположенными дальше по Варварке постройками Знаменского монастыря и церковью Святого Георгия были переданы Московскому городскому и Московскому областному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, более известному под аббревиатурой ВООПИК. В начале 90-х годов здание было передано Русской Православной Церкви и входит в созвездие храмов Патриаршего Подворья в Заряде. Каждую пятницу перед иконой служится молебен, а в субботу в 9 часов литургия. Добраться до Варваринской церкви можно пешком от метро «Китай-город» или «Охотный ряд». В этом храме как-то по-особому торжественно, благоговейно и уютно. Святая великомученица Варвара жила в конце III – начале IV веков в городе Илиополе Финикийском. Сегодня это современная Сирийская Арабская Республика. В городе обширной тогда Римская империя и пострадала в правлении Максимиана около 306 года. Она была еще ребенком, когда умерла ее мать. Воспитывал ее отец, человек знатный, богатый, по имени Диоскор. Как жемчужину, которую хранят в ларце, так и Диоскор хранил свою единственную драгоценную жемчужину-дочку, оберегая от посторонних глаз. Он построил для нее большую башню великолепным видом, прислугой и мечтал о земном счастье для своей дочери. И в самом деле Варвара была настоящей жемчужиной и внешностью, и умом, и сердцем. Замкнутый образ жизни развил в девушке созерцательность и склонность к размышлению. Она любила целыми днями сидеть у окна своей высокой башни, стоящей на горе, и любоваться красотой Божьего мира.
а вид из окна был прекрасен. Цветущие луга, сады и виноградники, хрустальное озеро, а на горизонте лес, за которым виднелись горы. Варвара спрашивала себя, кто создал всю эту красоту? Кто управляет чередой закатов и восходов, чередой дней, чередой времен года? Кто же этот великий художник? Кто тот великий мудрец, который так разумно и слаженно все устроил? На вопрос о создателе этого мира наставница Варвара указала ей на золотых истуканов башков, которым поклонялись люди вокруг. Варвара рассмеялась. Как ничтожны идолы, которых слепили себе люди, по сравнению с той мудростью, красотой и любовью, которые проявляются во всех творениях великого Творца. Так Варвара догадалась, что во всем окружающем мире видна одна рука, одна заботливая мысль. По творению она узнала Творца. Когда пришло время, отец стал подыскивать Варваре знатного и красивого жениха, но дочь решительно отказалась от замужества. Отъезжая по делам в другую страну, отец предоставил Варваре полную свободу, надеясь, что общение с девушками своего круга изменит ее намерение. Ведь все мечтают о семейном счастье. Благодаря полученной свободе Варвара подружилась с девушками-христианками и узнала от них о Боге, о Сыне Божьем и Его искупительной жертве, о будущем страшном суде, о вечных муках грешников и о райском блаженстве тех, кто верует во Святую Троицу. Вскоре священник, тайно прибывший в Иллиополь, окрестил ее, и Варвара стала ревностной христианкой. Когда отец вернулся, Варвара простодушно поделилась с ним своей радостью, словно гром разразился над головой Диоскора. Он увидел нелюбимую дочку, а ненавистную ему христианку. Он пытался ее отговорить, но все было тщетно. После этого отвел ее к правителю области Мартиану. Мартиан был жесток. Он велел ее повесить на дереве и сдирать с нее кожу железными прутьями, при этом опаляя огнем, а вдобавок еще и бить молотом по голове. Не каждый мог выдержать этих испытаний без помощи Божией. Идя на казнь, святая великомученица молилась: «Господи, услышь рабу Твою, дай благодать Твою всякому, кто будет вспоминать мои страдания, да не приблизится к нему болезнь внезапная, и смерть нечаянная да не постигнет его». И Господь обещал Варваре исполнить ее святое прошение. Память святой Варвары празднуется нашей церковью 17 декабря по новому стилю. В VI веке мощи великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь. В 1103 году внук великого князя Ярослава Мудрого, Святополк, женился на дочери византийского императора Алексея I Комнина Варваре, которая привезла с собой святые мощи великомученицы Варвары, поныне находящиеся в Киеве. В настоящее время часть руки находится в монастыре Симона Петра на Афоне, другие частицы в разных монастырях Греции и Кипра. Перст святой великомученицы Варвары ныне в алтаре церкви святого Иоанна Воина на Екиманке в Москве. Святой Варваре молится о том, чтобы не погибнуть внезапной смертью, то есть без покаяния и без причастия. Ведь самое страшное для христианина – уйти из этого мира, не подготовившись. Вот почему эту святую так почитали на Руси. Вот почему на многих иконах она изображается со святой чашей. Вот почему так важно помнить и молитвенно обращаться к нашей небесной покровительнице. Избранный Богом от идолослужительного рода и призванный в язык святой. Когда-то пространство вокруг храма святой великомученицы Варвары было плотно застроено. Не то, что сейчас. В середине 16 века на расстоянии полусажени находились двухэтажные каменные палаты денежного двора. Именно здесь, в 1534 году, начали чеканить копейные монеты. В простонародье их начали называть копейками. А всадника, изображенного с копьем, почитать за Георгия Победоносца, покровителя и защитника града Москвы. Денежный двор помещался на Варварке до 1595 года.
а затем был переведен в Кремль, в новые палаты, выстроенные специально для него у Боровицких ворот. Появились копейные монеты в результате денежной реформы, известной под названием «Реформы Елены Глинской». Елена Глинская была уже вдова и имела 4-летнего сына Ивана, впоследствии Ивана Васильевича Грозного. В середине 18 века кусок земли, принадлежавший церкви святой великомученицы Варвары, был отдан в аренду под хоромное строительство знаменитому московскому вору и одновременно полицейскому сыщику Ивану Осипову по прозванию Ванька Каин. Его двойная жизнь как нельзя более соответствовала его дарованиям и природным склонностям. Он был ловок, хитер, безжалостен, а лживость и подлость считал не человеческими пороками, а проявлением ума. Крепостной мальчишка деревни Болгачиново Ростовского уезда попадает в московский барский дом солепромышленника Филатьева в качестве мальчика на побегушках. За свою бойкость и смышленность он был взят в господский покой и стал прислуживать самому хозяину. Но однажды, уйдя со двора и шатаясь по Москве, он зашел в кабак выпить вина и сыграть в карты. Здесь и произошла судьбоносная встреча с парнем по прозвищу Камчатка. Петр Камчатка, солдатский сын, промышлял карманными кражами. Камчатка рассказал Ваньке о вольной воровской жизни, о дружном воровском братстве и в конце концов стал подбивать его бежать от хозяина. Тот так и сделал, прихватив деньги и серебро. В это время московские воры собирались под каменным мостом. Там и совершен был обряд принятия новичка в воровскую среду. Как только не терзала судьба Ваньку, однажды его отыскали люди Филатьева и посадили на цепь с ручным медведем. Но он и здесь проявил смекалку. В награду за оправдавшийся донос на своего хозяина об убийстве солдата он был избавлен от крепостной зависимости и получил для жития вольное письмо. За недолгое время Ванька под руководством Петра Камчатки обучился непростому ремеслу вора-карманника, мошенника, по тогдашней терминологии, значительно превзойдя своего учителя и, несмотря на молодость, скоро стал пользоваться большим авторитетом в воровской среде, получив красноречивую кличку Каин. В 1741 году на российский престол вступила императрица Елизавета Петровна и по случаю своей коронации объявила манифест о всемилостивейшем прощении преступников. 28 декабря Ванька Каин явился в сыскной приказ с повинной и объявил, что хочет закончить свою воровскую жизнь и занять официальную должность доносителя, ибо знает всех московских воров и готов указать их местоположение. Отныне он стал сыщиком и доносителем на государственной службе. Ему были выделены солдаты сыскного приказа. Их стали называть «Каинова команда». Используя свое положение, Ванька продолжил воровство и вымогательство. Но сколь веревочка не вейся, все равно будет конец. Однажды, в 1749 году, он увез из дома для блудного дела 15-летнюю солдатскую дочь Аграфену Федорову. После жалобы отца, похищенной девушки, обер-полицмейстеру Татищеву, Ванька Каин был арестован, бит кнутом, заклеймен словом «вор» и сослан на вечную каторгу. Так и сгинул он неизвестно в каких краях, оставив на Варварке свой след. А сейчас речь пойдет о знаменитом на всю Москву трактире Лопашова. Если посмотреть на карту 19 века, то с левой стороны от храма Святой Варвары идет Зарядский переулок, а справа к храму примыкает двухэтажное здание. Оно было снесено в 60-х годах, так же, как и вся застройка по правую сторону улицы. Теперь здесь небольшой сквер. –
Однако на самом деле этот трактир обладал яркой индивидуальностью и был устроен во входившем тогда в моду русском стиле. Вместо обычных ресторанных залов здесь были небольшие комнаты и светелки. Особой популярностью пользовалась расположенная во втором этаже русская изба со стенами, украшенными затейливой резьбой и по-старинному убранными вышитыми полотенцами. Посередине стоял стол на 12 человек, покрытый вышитой скатертью. Сервировался он старинной посудой, серебряными тарелями, чашами и чарками. Знаток московского быта Гелеровский писал, что в трактире Лопашова меню составлялось исключительно из блюд русской кухни до петровских времен, и что здесь давались небольшие обеды, особенно знатным иностранцам. Трактир Лопашова пользовался доброй славой. Однажды русскую палату посетил даже император Александр II. Хозяин трактира и его жена Елизавета Алексеевна встречали государя императора хлебом с солью на золотом блюде. Основными посетителями трактира были представители купеческого сословия. Они приходили с утра, завтракали, пили чай, обсуждали свои деловые вопросы, но также захаживали сюда и воротилы старого гостиного двора. Для них устраивался отдельный кабинет. И, как пишет Бабарыкин в своем романе «Китай-город», половые здесь служили любезнее и ногами шаркали медленнее. Любили трактир Лопашова и приезжавшие в Москву промышленники-сибиряки. Для них из Сибири был выписан повар, умевший готовить настоящие сибирские пельмени и строганину. Однажды для сибирских золотопромышленников Лопашов устроил угощение, обозначенное в меню как «обед в стане Ермака Тимофеевича». Состоял этот обед всего из двух перемен. На первое – закуска, а на второе – пельмени. Но пельменей было великое множество видов – и с мясом, и с рыбой, и даже фруктовые, подаваемые в розовом шампанском.